Всем доброе утро. У нас сегодня 10 июня. День за днем у нас. Солнечный, замечательный. Ну что вот, пользуясь случаем, решил, пока хорошо и тепло, съездить, все-таки осуществить свою мечту, погонять по местным достопримечательностям, погонять по местным просторам, так сказать. И первое у меня, что в планах, это съездить до Чердани. То есть набрать соточку, 100 километров, там, конечно, чуть меньше получится, но, в общем, взял багажник передний, как бы что сюда навесил. Вообще по-легкому поехал, то есть взял с собой дрон, там на той стороне у меня вода, ну, здесь взял гамак. Кстати, гамак еще ни разу не использовал, вот, хочу попробовать, такой облегченный. Не знаю, с ночевкой, наверное, вряд ли останусь. Поехали. Нападают стая паутов или оводов, скорее всего оводов. Ладно, сейчас скорость увеличилась, это вообще просто как скорость только падает, все атакуют вокруг меня, такая стая кружит, рой такой, конечно, прикольно. Не знаю, что будет, если я остановлюсь, съедят, наверное. Проехал Жуланово, это где-то 40 километров я уже в пути, и где-то 2 часа, 2 с небольшим. Так что все по плану еду, думаю, часов в общем за 6 доеду, как я и рассчитывал. Ну что, ребята, 51 километр пройден, за 2.52, ветерок начался, он меня немножко спасает от этих стай оводов. Ладно, едем дальше. Уже березовые старицы. В принципе, осталось совсем немножко. Не знаю,
знаю, сколько там километров, наверное, 30 всего. Так что едем. Едем. Поводы, как видите, от меня не отстают. Надо заправить бутылочку с водой. Уже почти пустеет. У меня примерно вышло пол-литра на 50 километров. Это так плюс-минус. Взял я вообще с собой 5 литров целых. Как говорится, лучше перестраховаться. Thank you.
что, друзья, вот я добрался до Чердани, как уже сказал. Доехал за 5 часов 10 минут. Ехал, что получается, на 95 километров. Фу. Воды у меня ушло где-то литр, может быть, чуть больше. Ну, то есть литра бы мне вполне хватило бы. А еще учитывая, что я приезжал в магазин, наверное, 4 поселков, деревнях, то вот литр можно вообще смело брать. Ну, 1,5 литра вот взять и, наверное, точно хватило бы. Но я подстраховался, взял 5 литров, канистру такую вез. Это была моя первая соточка, так скажем, здесь, в родных краях. До этого, конечно, я проезжал уже соточку за день. Это было в Арабских Эмиратах, в предыдущем путешествии. Видео, которое я еще не смонтировал. А если смонтировал, то оставлю ссылочку, потому что не знаю, когда это видео еще выложу. Ну, вообще понравилось. Думал, что буду ехать долго, тем более учитывая, что у нас здесь такие горы. Вверх-вниз, вверх-вниз. И есть очень сильные горы. Это вам не Эмираты, которые, грубо говоря, едешь все по одной прямой. Вот, здесь немножко по-другому, но справился. Я доволен. И плюс у меня сегодня на повестке дня еще соточка назад, обратно в Соликамск. Ну, а до Москвы у нас 1781 верст. Или правильно, верста, не знаю, верст. Какие планы? Погуляю тут немножко по церквям, запущу дрон, полетаю на дроне, поснимаю. Сначала передохну чуть-чуть, конечно. Потом хочу гамак расстелить, так скажем. Где-нибудь здесь деревья, не знаю, там в парке, не в парке. Гамак раскину. Посплю, так скажем, наберу сил. Еще надо будет в магазин зайти покушать, купить овощей и фруктов. Как раз таки через часика-два нужно будет пообедать. Что, друзья, съездил в магазин, купил огурчиков, яблочек, сейчас вот кушаю. Нахожусь сейчас в замечательном парке Чердани, в таком, я забыл, как называется. В общем, не так важно, мне очень здесь нравится, всегда здесь нравилось. Здесь даже лавочки есть, деревья. Самое прикольное, что здесь вот прям сидишь на лавочке и такой обрывчик, и наблюдаешь на гору, полют, на реку Колу, широкую такую красивую. Ну, очень-очень красиво. Там еще церквушки. Кстати, вот я там только что недавно был. Ну, если видно, там запускал квадрокоптер. Что-то один раз запустил, я думаю, наверное, больше не буду уже. Надоело. Полетал туда-сюда, и я думаю, хватит. Вот. И покушаю сейчас. Присмотрел место вот там между деревьями под гамак. Буду первый раз его раскидывать, но я думаю, все получится. Ребята, гамак я повесил, не знаю, как так, не так закрепил. Сейчас будем пробовать. Но если упаду, так упаду, посмеемся. Не упаду, так здорово, все, значит, будет. У нас тут москитная сеточка есть, кстати, надо будет там на веревке привязать. Но суть не в этом. Суть в том, что выдержит для меня сейчас
Сейчас систему, блин. Может, сейчас вот так пока попробовать. Ну ладно, сейчас вот так попробую. Так, сначала сажусь. Так. Так. Ага, я вон уже как просел. Так, вроде держит. Немножко покачаюсь. Так. Пока успешно. Так. Комарё так и хочет меня съесть. Опа. На. Так. А, надо было повыше, да? Опа-на. Что-то хрустит. Кора. Ну а что? Пока держусь. Пока держусь. О! Комарё. Так. А, ты расстегнул? Так. Ага. Значит, мне надо будет повыше. О, качаться можно. Только... Оп. Так. Это что такое было? О. Ну, все. Осталось сеточку натянуть, за нее, под нее залезть и застегнуться. Все. Приятных снов. Ну что, ребята, вот я и в гамаке. Ну что-то да получилось. Но буду учиться. Как бы вроде ничего. В ногах тоже. Вроде не путаюсь. Ну, в принципе, вот так вот лежать. Немножко непривычно. Может быть, что я бы добавил. Может быть, коврик бы постелил бы, чтобы не сжималась как бы спина и как бы ноги, чтобы ровненько лежали. Но, в принципе, замечательно. Мне нравится. И защищен от комаров, что самое главное, под сеточкой. Они изрядно меня уже покусали, пока я возился с этой веревкой. Вот так вот. Покусали меня. И ноги скусали. И спину мне. Ну что, время? Сколько у нас? Время? Сколько времени у нас? Время почти 6 часов. Я думаю, 2 часика поспать. И можно будет собираться в путь домой. Все, спокойной ночи. Лежу-лежу, а заснуть не могу. Это жужжание вокруг. Что нужно было взять еще с собой? Беруши. И, как я уже сказал, нужно было взять хотя бы самонадувающийся коврик. Ну или обычный коврик. Потому что это не только для удобства, так скажем, но и для защиты от комаров. Я вот сейчас лежу, и такое ощущение, что эти поганцы сквозь вот эту тоненькую дышащую ткань кусает мне спину. Прям в наглую. Так что сна у меня не получается. Потому что эти поганцы мне уже искусали спину. Но почему не хочу ехать сейчас? Не потому что, допустим, устал, там не устал.
Я не хочу, чтобы снова эти оводы за мной гнались. А я думаю, они как бы обычно, когда днем летают же, да, там на солнце, а вечером их, по идее, не должно быть уже. Потому что эти кучи, эти стаи, эти, этот рой оводов, это просто неприкольно. Пусть они не постоянно на тебя садятся, да, но все равно. Но если сядут и неожиданно укусят, прям можно дернуться вот от такой резкой боли, что не очень-то безопасно во время движения. Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если нужно стрелять, ты опернись, чтобы не встретиться взглядом. Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если нужно стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом. Ты давно говорила, что я как какой-то бомж. Нет, я почему? Хорошо. Мне нравится. Я тебе кое-что хотела. Сейчас как ты сказал, что я дальше с тобой не знаю. Птичку, значит, я тебе говорю, да? Ну что, время 7 часов. Я собрался выезжать обратно. Так, поспать мне не удалось. Полежал немножко, отдохнул. Комарики меня немножко покусали. Ну все, я готов ехать. Часов, наверное, за 5, может быть, за 6 доеду, не знаю. Я думаю, сейчас как бы вечерок уже. Оводов, надеюсь, не будет. Ну, буду, так будет. Как бы вот оделся. Больше от солнца, немножко плечи подгорели. Ну все, выезжаем. Ну что, ребята, вот я и дома. Добрался я назад, чуть подольше добирался. Наверное, сколько там? 5.20. Это за 5.20. Или чуть. Дорога была нормальная. Оводы, да, доставали меня опять. А потом уже стемнело, и как бы все нормально было. Без оводов, но темно. Да, кстати, эти два овода мне, короче, сели на спину. Я как раз в гору заезжал, мне вообще не до них было. Когда я доехал, когда заехал в гору, я начал их страхивать, а, короче, в это, ну, темно же стало, я темные очки-то себе повесил. Короче, они у меня вылетели и прям под колеса. Одно очко пострадало. Но, я думаю, я, ну, как бы не разбилось, ничего, просто, видимо, проехался. Царапины, все дела. Я думаю, сделать смогу. Вставить назад, и можно ездить, и ехать дальше. Ну, в общем, в принципе, дорога нормальная. Стемнело, конечно, уже после 11. Впечатления вообще просто суперские. Но усталость присутствует. Так что буду ложиться отдыхать сейчас. Со спокойной ночи. Мне не нужна твоя жизнь, не нужна твоя.